Мы сегодня гуляем, тут отдыхаем в лесу. Вот. Вот за ягоды вообще. Вот листик сорвем. Ну что, идемте туда. Хорошо. Да, он вот. Мышка ночью водит. Ой, чуть-чуть порозовел камень. Думаю, это камень, а еще был чуть-чуть прирасплавленный. Из-за этого он красный. Ох, смотрите, мотогор нашел. Я думала, раньше тут был город. Я вижу тут камни города. Смотри, видишь, с левой стороны как дырка такая, видишь, и выемка. Вот, аж до сюда идет. Видишь эту полоску? Это текла вода. Это следы воды, правильно? Да. Так же и на Марсе было. Так же и на Марсе тоже мы видим, что там была вода. Есть следы там, где она текла. Ничего себе, палочка! Смотри, какая палочка! Угу. Выше, чем ты. Да, смотри, вот как там вымыто, видишь? Вот там вот вымыто все. Это все была вода. Куда она текла? Давайте Боунит Кадем, потому что сейчас темнеет. Чтобы мы не оказались в чаще, в темноте в полной. Идемте. Идем, Тим. Тимочка, идем. И присел туда отдохнуть. Видишь? Видно, что вода текла, правильно? И корни. Да, и камни смывало. Вот смотри. Видишь, здесь видно, что была грязь, потом стала корка и потрескалась. Видишь? А вот смотри, обсидиан. Камень называется обсидиан. Из него лезвия можно делать. Помнишь, я показывал, какие острые штуки из него делаются? Видишь? Да, ножи. Угу. Да, древние люди сделали из обсидиана ножи. Ты сам, только не упади, хорошо. Оп. Ой, упал. Ой. Давайте дойдем до туда. Давайте дойдем до туда, а потом пересечем через чащу, через лес и к маме придем. Хотите? Когда ты был маленький, ты боялся их, ты называл их живые цветы. Где здесь вода текла? Вон там. Видно, правильно? Видишь, как будто русло реки. Как будто ручей был здесь. Видно, что намыто. Опа. Так можно найти воду иногда. Можешь идти вниз, туда, куда она текла, и найти, куда она притекла. Если тебе сильно нужна вода, то можно так найти ее. Да. А если вода пересохла? Значит, ее нету. Скорее всего, она пересохла, ее нету. Осторожно, не уколитесь. Ну что, идемте в чащу туда. Тимочка, на ручки пойдешь? Да. Сейчас. Теперь идем обратно по той стороне. Теперь идем назад. И идем через лес туда. Через лес? Да. А мы не знаем, куда ведет эта дорожка. А если она ведет к нашей маме? Я думаю, к нашей маме здесь надо идти. Идем. Смотри, велосипедисты там. Смотри, идем. Видишь, велосипедисты там едут в лесу. Колючки. Ой, смотри, это дерево, Тим. Нахон, это дерево? Это то дерево, где мы брали с тобой дрова? Нахон, пап. Нахон. Доска. А, нет. А, мой... Слушай. Сегодня да. Мы брали тут дрова.
Да, мы были здесь сегодня с Тимом. И брали здесь дрова. Смотрите. Сейчас, Мась. Здесь деревья. Тимочка, смотри глазки, осторожно. Бревно. Да, мы здесь с Тимом сегодня были. Да, Тим? Да. Да, идемте вот сюда. О, смотрите, сколько раньше была река. Нет, это не река была. Здесь другое немножко. Это смотри, здесь дорожка велосипедистов. Тропинка. Видишь? Угу. Идем сюда. Говори громко, мы снимаем видео. Чего ты шепчешься? Говори. Я уже забыл. Кто едет на мотоцикле, интересно, сюда приедет? Не, туда поехал. Когда по дороге. Он выключает камеру. Хорошо. Хорошо. Сюда идем. Попробуй сориентироваться, куда нам? Куда? Откуда ты знаешь? Как? Посмотри, посмотри, что ты видишь, где дороги, где, куда нам идти? Там дорога. Значит, нам туда, правильно? А что ты видишь там на дороге, возле дороги? Что-то еще видишь? Нет. А слышишь какие-то звуки? А что это за музыка, наша или нет? Ну все, пойдем туда. Видишь, сориентировался. Молодец. Теперь я умею сориентироваться. Папа, что это за паразиты? Не знаю. Идем сюда. Не отставай. Я иду через дверь. О, смотрите, маленькая елочка. Ой, почему елочка? Елочка сказала, что... А вон и наша мама, а вон елочка и наша машина. Что она мечтает, чтобы дождь был во всех, каждый день. Из-за этого она вянет. Потому что никак не может мечту исполнить. Это невозможно. Папа, здесь каркар здесь. Каркар, вон птички. Летят, каркар делают, да. Да. Вот так. Вот так. Мама, а есть там есть. А есть там есть. Не, он не живой. Он готов, он мертвый. Мама, а будем и... Смотрите, шапочка. Няня! Тим, скажи привет. Привет. И ты поздоровайся с подписчиками. И ты. Привет. Привет. Подписывайтесь, ставьте лайк.